Эй, чувак, ты чё, опять что ли спишь? Ты чё, а? Я смотрю, ты совсем расслабился. Давай, просыпайся. Чё такое? Привет культуристам. А, ну здорово, здорово, да, здорово. Как там у тебя идет тренировочный процесс? Или ты так же, как в том году, до весны будешь отдыхать? Ну, как видишь, я сейчас вообще не В тренируюсь. общем, у тебя такой же расслабон, как и в прошлом году, да? Ну да, так же, как в том году. Все по накатанной, как оно и Ну так ты было. объясни нам получше, как ты вообще тренируешься? Ты вообще ничего не поднимаешь или какие-то минимальные тренировки у тебя Ну да, есть? вообще ничего не поднимаю, только отжимания, приседания, пресс, ну и все, в общем-то. Все равно как-то непонятно. Сегодня какой у нас день-то? Среда утром была. Среда, да. Я сегодня должен отжиматься, приседать и делать выпады. Ну и все, в общем-то. Как можно иметь такие огромные мышцы и тренироваться так мало? Так а чё бояться-то, что мышцы-то пропадут? Вон, смотри, как это. Все как оно было, так и осталось, в общем-то. Натуральная мышца, она никуда не пропадает. Даже если ты, в принципе, тренируешься в минимальном количестве. Я имею в виду вот упражнения с собственным весом. Но ты как такое возможно? Ведь это же абсурд. Вот вообще, вот я тебе могу встречный вопрос задать. Могут ли считаться тренировками простые отжимания от пола без веса? Или приседания, или выпады? Это вообще это тренировки или как? Но это просто физкультура. Ну согласен, это физкультура. Но в принципе эта физкультура задействует мышечные волокна, хотя бы в минимальных каких-то, да, нагрузках-то, дает какие-то нагрузки минимальные. Вот в принципе этого хватает. Этого хватает, чтобы поддерживать мышцу. Ну а зачем тебе эта физкультура? Ты мог бы качаться круглый год и быть бы намного больше. Ну как зачем? Понимаешь, если круглый год тренироваться, то ничего хорошего не получится совершенно. Я пробовал заниматься круглый год. Ну так и чего? Ты просто словишь какую-нибудь болячку очень большую, потом будешь ее залечивать. А потом уже до тебя самого дойдет, что круглый год заниматься это, ну, мягко говоря, утопия, да. А когда будешь нам форму свою показывать в качестве доказательства своей теории? Так, ну, форму-то свою, да, ну, сегодня у нас вроде как 20, там какое-то число, да? 23 ноября. Ближе к 25 числу я выложу свою форму. Собственно, это уже стало традицией, буду каждый месяц выкладывать свою форму. А зачем тебе каждый месяц форму выкладывать? Ну как зачем, понимаешь, если выкладывать свою форму раз в полгода, то тут могут быть какие-то вопросы. Типа ты, вдруг ты эти полгода, например, там какой-нибудь ПКТ делал, да, потом раз набрал свою форму и снова показываешь. А здесь нет, здесь каждый месяц держать форму могут только в натураху, понимаешь? Те, кто занимается на фарме, они не могут круглый год держать форму. Потому что они делают там какие-то ПКТ, у них сливы какие-то происходят. Но потом они, конечно, набираются это быстро. Ну, в принципе, да, понятно. Ну вот, как-то так. Но это забавно в натураху отжиматься от пола и иметь такие мышцы. Ну давай, ладно. Всем пока. Пока.